Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мечи и Души Неверсин. Как меня просили многие подписчики, я покачался за кадром. В данный момент у меня 14 уровень, не помню сколько там сил и ловкости. В общем, все у нас сейчас хорошо, и поэтому мы с вами продолжаем бомбить вражин. Так, в данный момент у нас с вами три миссии. Багряный волк, невозможно. Так, висячие копья. И Риц и Сия. Риц и Сия. Наверное, мы начнем, пожалуй, с висячих копьев, да? Поехали. Давайте, ребят, посмотрим, как у нас сейчас пройдет. Ага, страж гоблинов. Воу, с удара, ребят. Ага, помню я этого прищелыгу. Помню. Эть, нормуль. Отвали, гаденыш. Так, и ты еще пройдох лезешь. Ну-ка, добиваем сосунка. Не тут-то было, родной мой. Да хорош, успокойся. На-ка, со спины получил. Сейчас мы, наверное, его, ребята... Вот этого мы сейчас добьем с вами. Отлично. Ну, то есть, вы понимаете, да? Подкачался я довольно неплохо, раз такие дела у нас тут происходят. Ну что, добиваем? Изи. По-другому не назвать. Так, ребят, мы добываем сундук. Ёлки-палки, там у нас броня, что-то еще выпало. Авантюрист, я так понимаю, ребята, это сет у нас собирается, да? То есть мы ботинки нашли и с вами броню на грудь. Ну что же, давайте тогда, наверное, быстренько мы это все примерим. Не надо мне пока. Инвентарь, давай-ка заценим. Вот, авантюрист. Смотрите, ребята, броня повышается на 1,3%. Конечно же, берем. И ботинки тоже на 1,3%. То есть для полного сета нам не хватает что? Шапки, получается, и все. Ладно. Думаю, шапку мы тоже с вами найдем. Так, сокрушите крота. Погоди-ка, раньше у нас был багряный волк, невозможно. То есть, благодаря тому, что я подкачался, да? Теперь он будет, по идее, для меня изи. Ну, написано сложно. Так, Риц и Сия. Давайте сюда отправимся и посмотрим, что у нас тут. Кто такие? А, это два чувачка, да? Их так величать. Дудки. Так, вау. Промахнулся ты, олух. Найден новый враг. Ха-ха, не тут-то было, сосунок. Давай-ка ему... Да елки-палки, вот так вот. И сейчас будет главный самый. А, Риц. Духатый или жизнь? Как хотите. Нет, родная моя, это ты как хочешь. Ай, отвлекся маленечко. Оглушили, ребят, на три хода. Интересно, мы сможем одолеть? Я думаю, что вполне. Я все время не вовремя нажимаю, ребята, блок. Понимаете? Так, она пробивает. Новый враг найден. И, тем не менее, ребят, мы прошли. Ладно, хорошо. Оставьте свои духаты себе. Я просто пошутила. Я ухожу. Да, конечно. Ну, спасибо, хоть сундук дала. Дай-ка я посмотрю, что в нем. А вот, ребят, по-моему, и шапочка авантюриста. Отлично. Поэтому давайте быстренько наденем, и у нас будет полный сет. Я, правда, не знаю, какие-то статы у нас от этого повысятся или нет. По-моему, не шиша. Это если мы только вот так вот сделаем. Да ну, лучше туземец пускай будет на мне висеть. Так, еще, ребятушки, мне сказали, если будет тебе сложно играть с кинжалами, ты можешь переключиться на двуручный меч. А где у нас двуручный меч, интересно? Я вижу только ресина. Так, это дубина. Тренировочная палка. Старое весло, скорее всего, ребята, это у нас будет двуручный меч. Нет, я пока не хочу. Дайте мне, пожалуйста, кинжалы мои. По умениям пока ноль. Ребят, смотрите, что я раскачал себе, да? Отторгающий у меня, как видите, второго уровня. И все. Это все, что мне хватило. Ну что, багряный волк. Трудно. Теперь уже вообще один скелетик здесь, ребят. Черепок. Давайте попробуем, посмотрим, кто это такой. Ну, где ты? А, опять же чувачка звать. Я ищу одноглазого солдата багряных. Видели такого? Хе, бестолковая дрянь. Это я дрянь? Это я дрянь? Ах ты хламонка. На-ка. Интересно, я буду таким же, ребята? Опа, двойной удар, оказывается, у нее. Пора преподать урок. Оглушаем. И кромсаем. На-ка, получи. И распишись, радость ты моя. Ну, изи, согласитесь, ребята. Вот что значит хорошая прокачка. Кстати, вот эти вот
четырехлистный клевер мы с вами добываем, знаете, для чего нужен? Мы будем его скармливать потом тому самому грибу, который у нас находится в музее, по-моему, если не ошибаюсь. Так, что у нас дальше? Очередная засада и сокрушите крота. Сложно. Два черепунгеля. Посмотрим, давайте, ребят, что это за крот у нас. Ну, это, я думаю, так лопух. Хотя нет. На, как контратаку. Отлично, ребята. Еще ударчик. Ну, он готов. Ох ты, тут будет 4 врага. Первого мы с вами победили только что. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Контратака. Отлично, шикандос. Тут промазали маленечко. Вау, с удара. Да что такое-то? На! Так, ребят, я готов. Контратакуем. И я думал, добьем. Не получилось. Готовченко. Так, третий враг. Ну, хорош уже, ёпрсты. Чё, вот, серьезно, что ли? Слушай, ребят, по-моему, мне сюда рановато полез. Смотрите, сколько урона мне наносят. Почти по 1000 за каждый удар. И почему-то, когда мы из лука с вами стреляем, у нас очень маленький дамаг проходит, да? Всего лишь 25 урона. Ну, это никуда не годится. Зря я, конечно, сюда рванул, поспешил. Но я не знал, что здесь за враг, поэтому простите уж меня. Нет, давай-ка мы с тобой сделаем так, карту мира, и попробуем сейчас не на кротов пойти, а вот на очередную засаду. Давай посмотрим, что здесь у нас. Так. Туземец Цинган. Вот так вот увеличит чувачка. Отвали ты отсюда своей дубиной, тут размахался. Так, минус. Давай-ка этого теперь маленечко потеребунькаем. Добивочный. Так, тут у нас 3 врага будет. Давай вот этого, наверное, вот так накажем. С удара, замечательно. Опа-на. А здесь у них вожак, ну, якобы. Да? Черт подери, ребята, у него здоровье, как у буйвола. Ну, давай. Опять, ребят, не вовремя нажимаю кнопку, я. Да чё ж ты-то, вот они добил-то. Господи, ты должен был. Нет, опять, ребята, не попрет. Как долго идет откат. Господи, меня сейчас тут расчекрыжат просто-напросто. А ведь уровень сложности нулевой абсолютно, ребята, был. Ну, хоть добьешь. Да, понятно. Меня еще и оглушили. Вообще круто. Просто по-другому не назвать. Так, промахнулся, да? Но это, ребят, не судьба. Мы вряд ли с вами сможем здесь кого-нибудь забомбить. Почему, я не знаю, он, ребята, вот от этого чувачка переключился. Для меня это, конечно, вопрос. Бомбили и переключился. Давай попробуем. Еще разок. Контратаку почему-то он не делает, когда отбивает именно стрелу. Это для меня очень странно. Так, с этими улухами. Че, я не получу, нас оглушили, что ли, или че? Че проблема-то? Так, увернулись. Готов. Сейчас выйдет. А, тукан. Туземец тукан. Ладно, хорошо, давай пробуем. Опа. И вот теперь шайка-лейка. Так, мы сможем с вами, ребят, вот этого вот олуха добить? Или он опять будет переключаться? Добили, уже хорошо. Давай теперь вот этот вот Да, хотел сказать, сокрушающий удар. Ёлки-палки. Ну, промахнулся. Со спины. Давай теперь вот это, ребята, тоже попробуем его оглушить. Ага, когда я встану, я ничего не могу сделать. Контратака. Так, подожди, я же нажал, ребята. А, вот, все, теперь мы оглушили его. Раз. Давай. Два, добили. Успеем этого-то, ханорика, за... Да, должны, ребят. Ну, последний удар. Все. Вот так вот, ребята, оказывается, можно было сделать. И смотрите-ка, мне выпадает новая броня и, по-моему, новый шлем. Да, это от туземца. Туземца. Так, и клеверок нам выпал. Ну что ж, я буду сейчас, конечно же, все это дело одевать, снаряжать. Туземец. Так, опять на 1,3%. В общем, броня нам повышает всего лишь на 1,3%. Любая, которую не возьми. Так, а как мне вот интересно прокачать лук? Мне вообще дадут такую возможность? Новая способность наносит урон долхуством. А здесь у нас в дальнем бою. Очков пока у меня 0. Хорошо, может быть, нам выйти. Сколько у меня? У меня 2 серебра. По монеткам я имею в виду. Давай-ка мы зайдем сюда в город душ.
Ух ты, что это? Вот, ребят, давайте зайдем в музей и смотрите, видите вот этот вот гриб, помните, который я, что он, говорю, делает? У меня сейчас в данный момент 9 четырехлистников, и я вот так вот ему скармливаю, а он мне за это, видите, дает духаты. Духаты, денежку, то есть это своего рода богатый грибок, который дает мне плюшки за то, что я его кормлю именно вот этим вот клевером. Вау, я и уровень получил заодно сразу же. Это круто. Слушай, когда уровень получаем, мы, по-моему, можем... Да, одно очко у нас есть дополнительное. Так что давайте попробуем с вами что-нибудь. Так, увеличит урон в дальнем бою от контратаки при уклонении. Так, это неплохо, конечно. А вот это я могу? Я здесь не могу, ребята. Здесь тоже, к сожалению. Хорошо, давай тогда так сделаем. Метательное оружие, это авто. Ребят, я вот, кстати, не видел ни разу, чтобы он хоть раз у меня кинул это яблоко. Его такого не было. Так, у нас здесь ловкость, ближний бой и защита. Давай, наверное, все спустим пока в защиту. Так, духат я не собрал. Так, этот хмырь со мной разговаривать не хочет. Здесь у нас что? Ну, показывают все мои шмотки, которые я нашел. Валяются они в кубках, по-моему, у нас тоже пока ничегошеньки нового нету. И... А это что у нас? А, это у нас типа монстропедия, да? Все враги, которых я повержил. Они у меня такие, знаете, в рамочках типа висят, посмертные. Ладушки, хорошо, что у нас там у кузнеца что-то есть, ребята? Ага, я могу взять оружие ближнего боя, авантюрист. Ну-ка, покажи. Ну вот, ребята. Совсем другое дело. Так, оружие дальнего боя, авантюрист. А это ближнего боя, да? А я не могу почему-то, ребята, открыть вот оружие дальнего боя. Хорошо, давай тогда посмотрим здесь. Ну вот, совсем другой расклад. Давай-ка мы возьмем. А отличие есть? О, отличие очень даже хорошее, ребят, смотрите. Блокируемый урон, да, плюс 314. И урон в ближнем бою становится 1995. Ох, смотри-ка. Если сравнить, ребята, с двухручником, с зубчатой палашь, то дамаг просто опупенный, если сравнивать даже... Слушай, по-моему, даже самый большой. Давай посмотрим, ребят, с вами вот зубчатый палаш. Мне очень интересно будет посмотреть, как он бомбит им. Так, а здесь у нас что? Здесь ничего. Погоди, из всего, что я получил, мне дали только меч. Ну да, видимо, ребята, я только оружие смог добыть. Так, в таверну. А что в таверне у нас, интересно? Воу! Смотрите, кто здесь. А, это же, ребята, Риц, та самая, помните, мы с ней дрались? Могучий герой, воюющий с бандами. Сейчас у меня нет работы, и меня можно нанять. Надеюсь, вы готовы тратить духаты? Мой клинок недешево стоит. Слушай, я могу теперь что, двумя играть? Конечно. Духаты или жизнь? Ха-ха, успокойтесь, шучу. А если серьезно, оплата вперед. Да я тебе оплатил уже, все. Так, всего на два боя я ее нанял? Да ладно, серьезно что ли? Блин, это плохо. Обучение, ребят, с вашего позволения, давайте маленечко потренируемся, да? И я хочу, наверное, потренировать себе... Так, улучшить лагерь не могу. Давайте ближний бой. Ближний бой. И дрить тебе на корень, что это такое? Хорош уже тут. На меня всякие шестеренки еще бросать. Ну что, давай яблочки мы, ребята, с вами покромсаем. Немножечко себе. Немножечко прокачаемся, капельку буквально, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, скоро-скоро-скоро. Ну, конечно, новая медаль за комбо получена. Новая медаль за комбо. Так, давай-давай, отбиваемся от этого всего. Нам хотя бы до 2000 прокачать бы эту. Ах ты, а как тут, извини меня, и сверху, и сбоку летит. Я просто не успел, ребят, отбить их. Так, я хочу, наверное, пойти вот сейчас, ребята, на короля крысин, ой, кротового, да, так скажем. Будем сейчас его бомбить. Я вот одного не могу понять. Я вот сейчас вот это все вот бомблю. Мне хоть что-нибудь дают, какие-нибудь очки или еще что-нибудь. Если я не успеваю эти шестеренки подбить, что дальше? Мне кажется, что как бы мы с вами... Ну, отбил вроде бы, да? Так, последняя, ребят, тренировочка у нас это будет. Да
Какого лешего такая быстрая скорость? Смотрим. Да, до 2000 я, конечно, не дотянул, но и уровень тоже не получил. Тогда давай, наверное, еще с вами маленечко покачаемся на броню. Конечно, получилось все. Хорош, вы слишком быстро метаете в меня свои вот эти вот приблуды. Давайте как-нибудь без этого, а? Так, отбиваем. Ну, броня, ребята, это тоже немалая составляющая нашего героя, потому что, ну, сами понимаете, чем круче броня, тем больше урона мы можем с вами вынести. Оттуда, естественно, уже и пляски идут. Хорош ты, в разнобойку-то тут. Да ладно, со всех сторон-то. Зачем вот так вот делать? Это было подлинно с вашей стороны. Я просто не успеваю, ребят, среагировать. Отвалите. Яблоки. С яблоками-то попроще как-то, если честно. Они летят более-менее медленно, и я успеваю среагировать. А вот эти вот шестереночки, которые, или как их назвать? Сюрикены, елки-палки местного назначения. С ними как-то у меня сложнее получается все. Давай, ладно, хорошо, звездочку ловим. Так, ловим. Давай-давай, ребятулечки. Да я просто даже с яблоками обосрался. Да, ну вообще из меня спортсмен, конечно. Спортсмен по тренировкам, я прям не знаю, как назвать. Ну все, хорош. Это, ребят, я еще просто не проснулся, я только встал недавно. То чувство, когда пришел с работы, после ночной смены, лег поспать и проснулся в 6 часов вечера. Обидно? Обидно. Поэтому я немножко расстроен. Ладно, все, хорош тренироваться здесь. Посмотрим, ребят, сколько у нас тут. Ой-ой-ой, как у нас медленно, ребята, качается защита именно. Так, ну что, уровень мы получили, я так понимаю, все равно нам ничего не дадут. Не дадут ничего абсолютно, ребята. Так, вижу, вам удалось одолеть багряного волка. Хорошо. И думает, что думаешь-то? Что еще? Похвалы ждете или что? Поддержки не ждите, здесь каждый сам по себе. А зачем ты вообще тогда здесь стоишь и споришь на меня? Тренировщик, мешаешь только, отвлекаешь ты меня. Что-нибудь здесь интересного будет нового, нет? Открыть кассу. Доход от... А почему ничего не идет, ребят? Вообще ничего. Так, все, пошли на карту мира с вами. Сокрушите крота и отряд гоблинов. Сокрушите крота. А что у нас тут моргает, ребят? А, очки, конечно же, надо потратить. Вот. Ну что, давайте попробуем, наверное, сокрушить крота. Нас сейчас двое, по идее. Ну, погнали. Воу, нормуль. Ядрить тебя на корень. Смотри, просто с удара снесли. Ладно, не расслабляемся, ребят. Как мы бомбим. На. Ёпрсте. Ну, совсем, ребят, другое дело пошло, а. На, вот так вот, если мы будем с вами дальше бомбить, это будет круто. Ага. На, получи, гаденыш. И добивочный. Теперь, я так понимаю, будет креси... Ох ты, какой он красавчик, вылупился здесь. На-ка, получи, распишись. Не тут-то было, родной мой. Ну, добиваем его, да, наверное? Какой там добиваем? Хе-хе-хе-хе, олух. А вот сейчас точно добиваем. Вот и все, ребята, найден новый враг. Так, получено достижение. Вот и крот. Даже вот так вот. Вот опять, что там нам... Ребят, по-моему, 20% к здоровью. Кольцо кротовьей власти. Вот это меня уже радует, на самом деле. Кольцо кротовьей власти. Наконец у меня появляется первое колечко. Что я могу вам сказать на этот счет? Так, 20% к здоровью, а где у меня ХП? Мне не показано оно. Ну, в любом случае, я одеваю, конечно же. Так, два клевера у нас. Фу, мы все ближе и ближе, ребят, к этому камню, к блестящему. И у нас впереди отряд гоблинов. Ну, давай. Урок стратегии. Выбирайте, какого врага атаковать, нажимая на его полоску здоровья. Также можно нажимать Tab, чтобы переключаться между врагами. Сражайтесь с умом. Всегда думайте о том, кого нужно выбить первым. Урок закончен. Понятно. Хорошо. Давай посмотрим, что это у нас за бугай. Сосунок, понятно все. Погоди-ка, я не могу блокировать магию, оказывается, да? Это меня не радует. Так, а с этим что у нас тут? Тоже с удара. Замечательно. Так, давай вот этого, наверное. Опа, с ударчика. Подожди, а вот за эту барышню я могу, ребят, управлять или нет? Или она сама по себе?
Так, проныра гоблинов. Ага, крепковатый малый. Конечно, тут почикать решил меня. Не тут-то было, родной, иди отсюда. Ну, и что на этот раз нам выпадет? Какие-то ребята, ага, туфли туземца. Ну, неплохо, вот теперь у нас, по-моему, действительно полный сет сейчас будет. Вот и все, хватит с меня. Несколько дней я буду отдыхать. Увидимся, когда у вас будут деньги. Она меня кинула в самый неподходящий момент, вот что я могу вам сказать. Ах, она проныра, я... То есть я даже нанять ее не могу, ведь так получается? Давай-ка мы проверим, ребята, я зайду в город душ. Так, в музей зайдем, давайте мы духаты эти скормим. Все. Потому что они только именно для этого и нужны. Вот эти вот клевера. Все, скормили. А этому парню что нужно? Этому парню нужно дать по рогам. Какие-то рыбки, ребята, здесь должны быть, но их почему-то у нас пока нету. Кузнец. Что там кузнец хочет мне предложить? Опа. Ну-ка. Ёлки-палки, ребята. Туземец. Меч ударный, в общем, все виды оружия из категории туземец. Это у нас где? Вот здесь вот. Вау. Ну-ка. Ёпарсеты, ребята. Прикинь, насколько еще шлас. Заряд колдовства. Слушай, а может быть нам надо вот брать посох для того, чтобы мы могли с вами открыть? Пока не знаю, ребят, если честно. Без понятия. Так, тут у нас все нормально. Чего не хватает? А что это? Так, погоди-ка. Это шляпа, плечи, броня, тапки. Ну это понятно, это щит. А это-то что? Шорты, блин, что ли? Так у него вроде как нет шорт. Что-то я не могу понять, что это такое. Так, двойной разрез. Снятие заклинания. Хм, интересно. Ну что, ребята, давайте, наверное, быстренько с вами еще пробежимся. У нас тут три кинжала. Погоди, три кинжала. Я зачем выходил в город? Для того, чтобы посмотреть, смогу ли я нанять или нет. Так, это вообще кузня. Таверна. Таверна молчит. Осталось 7 дней. Да у меня и денег, ребят, чтобы ее нанять. Слушай, а это плохо. Без нее как-то мне будет тоскливенько. Жалкая попытка засады. А здесь у нас 3 кинжала. Давай попробуем, наверное, жалкую засаду. Одолеем или нет? Ага. Оу, нет, не добили. А вот теперь добили. Хорошо. Так, ребят, ну вы сами видите, кто здесь у нас прибыл. Давай уже расчекрыживать. Минус один. Минус... А, нет, Вольфин еще не минус, ребята. Вот теперь минус. Это был у нас первый враг. Второй. С удара. Шикарно. Он же говорил, что будет контратаковать после дальнего выстрела. Но он, в принципе, так и делает. Так, это что у нас за олух? Туземец тукан. Нет, парень, не спеши, не опережай события. Ну-ка. Так, раз, два и последний удар. Три. Ну да, действительно, какая-то липовая была засада на нас сделана. Мы его огрели. Оу, щит, что там еще выпало? Щит и руки, да, ребята, это, видимо, там были перчатки. Вот чего я не назвал в прошлый раз. Ну что ж, давай посмотрим. Так, перчатки туземца мы оденем. Слушай, а щит? Нет, не хочу, ребята, я щит. Давай-ка лучше мне обратно мой меч двуручный. Потому что это самое топовое оружие, я смотрю, по, именно по урону, ребят. Блокируемый урон, конечно, минимальный, да? Но атакуют-то божественно просто-напросто. Так, три кинжала и стая. Ой, название такое, блин. Три кинжала, стая. Давай в три кинжала пойдем. Мне кажется, что-то будет с разбойником связано. Но, в принципе, так оно и есть. Ага, не успел маленечко на контратаку. Почикла. Ну что, я могу сказать тебе одно. Сейчас мы... Да хорош ты, мелкая мелюзга. Бомбит, а? Ладно, у него не такой большой урон, ребята. Все? Это и было три кинжала? Фу, изи. Оу, еще, ребята, одно какое-то колечко мы с вами. 20% к урону в дальнем бою. Это, конечно, я все прекрасно понимаю, да? В дальнем бою к урону, но... Я что-то не пойму.
Я и это могу активировать. То есть все кольца, что ли, могу носить? Странненько, конечно. Ладно. Ребята, у нас тут стая... Ух ты, забытое побережье, смотри-ка. Давай-ка попробуем, ребят, может быть здесь рыбу какую-нибудь будем? Нет? Что такое? Что я должен здесь сделать? Ребят, вообще ничего не делается. Мне такое впечатление, что у меня должна быть удочка. Не знаю, с чего это взял, но... Мы пришли с вами на пруд. Видите, у нас наверху изображены рыбки, которые мы должны поймать. Но я не буду ничего их ловить. Такое ощущение, знаете, что у нас как будто какие-то очки надеты без стекол. Странно, ладно, хорошо. Предположим, мы это запомним обязательно. А теперь пойдем-ка помучаем стаю с вами. Если, конечно, справимся. Отлично. Вольфины, собственно, персона у нас тут. Так. Хорошо, добиваем. И теперь вот этого вот ханорика тоже мы сейчас добьем. А, нет, два раза нужно бомбануть. Так, ну что, добивай, родной. И, скорее всего, тут будет босс Вольфин, да? Нет. Вот зря я это... Зря я это сделал, надо было немножко не так. Ай, у меня здоровья, ребята, маловато. У меня здоровья маловато. Так, на табуляцию, да, сказали? Не хватит! Не хватит у меня здоровья выжить. Все, отчекрыжили меня. Хорошо. Давай увидим на карту. И я так понимаю, что мне нужно маленечко потренироваться. Опять же тренировка. Первым делом тренировка. Что это такое? Дом. Построить. Оу. Ребят, я строю себе дом. А что это мне дает? Ну, естественно, в первую очередь это дает мне жилье. Так. Крыша. Понял. Нужно 4 серебра. Вот такой у меня начальный домик где-то. Ребят, ну, в принципе, я представляю этот пейзаж, да, когда ты стоишь где-то на возвышенности, внизу море. И вот у тебя домик здесь стоит. Красота, наверное, просто смотришь и душа радуется. Так, скармливаем здесь все, ребята. Ага, грибок все подъел. Новый уровень мы с вами получили, и значит, у нас, ребят, по-моему, есть... Нет, нету. Что, куда мы вольем все это? Давай, наверное, в защиту. Отлично. Так, у нас игра сохранилась. Кузнец. А кузнец-то что тут, ребята? Авантюре. Почему я не могу вот это вот, блин, дальнего боя? Сколько надо? 101 серебра? Ёлки-палки, но это уже оружие ближнего боя рыцарь. Так, что-то он хочет сказать. А вот и вы. Рад, что вы разделались с гигантской кротихой. Она очень дурно со мной обращалась, знаете ли. И я рад, что могу снова ходить в шахты. Спасибо, Рэй. Да на здоровье, ты хоть что-нибудь-то мне подкинул бы. Ничего абсолютно, ребята, не дал мне, а? Жулик. Давай зайдем в таверну. Отдых, еще 5 дней будет отдыхать, Риц. Интересно, а где мне найти новых... Новых, как говорится, себе наемников. Ведь можно же так сделать, я думаю. Так, что, я, наверное, ребята, с вашего позволения, на защиту попробую сделать акцент. Да и на урон, в принципе, тоже надо было бы. Хорош тут всякой ерундой в меня бросаться. Ну, конечно, естественно, ребят. Так, звездочки ловим. Это отбивать нам не стоит. Так, давай. Промашка опять была, а? Да ну хорош, они со всех сторон, ребят, летят, и я не могу, не успеваю переключиться. Так, ну звездочки тоже мы с вами ловим. Все, отбил, хорошо. Яблоки летят. Так, что-то мы там с вами заработали. Наверное, какой-нибудь новый рекорд, как всегда, да? На! Промашку дал. Мне нужно, ребята, здесь желательно получить новый уровень на тренировке, чтобы у нас открылось одно дополнительное очко. Так, предположим. Наверное, многие скажут: Рэй, ты опять начинаешь тренироваться в эфире. Ну, ребят, ну а как мне иначе? Что мне? Выключать игру и тренироваться, потом опять ставить на запись?
если так вот получилось. Я потренировался за кадром уже, вы сами видели прекрасно. Прошли довольно неплохо с вами. Теперь мне просто обязывают тренироваться, потому что я не могу пройти очередного какого-то там босса. А в данный момент это босс Вульфин. Хотя на самом деле мы таких уже как орешки должны щелкать с нашей-то тренированностью. Так, давай вот так вот. Все, ребят, хорош, хорош, позанимались и будет. Ну, да, как-то у нас вот именно защита очень, ребята, долго качается. Что такое? Так, у нас одно очко, ребят, хорошо. Не могу, хоть ты тресни, не могу. Мстители, зачем мне надо? Надо было вот это, ребят, прокачивать. И самое интересное, почему я не могу вот это открыть? Давай-ка попробуем, знаешь, что с вами взять, например, в руки посох. Так, улучшить лагерь. Ага, 3 серебра нужно. Возьмем, например, с вами в руки посох и посмотрим, откроется мне духовство это или нет. Духовство. А, понятно, теперь не хватает мне серебра, видите ли. Тогда давай забираем опять с вами в руки меч двухручный. Так, тут у нас все тихо. А где, интересно, мне покупать ту самую удочку, которая нужна? А? Кто не знает? Ну что, стая? Нет, ребята. Нет, не стая. Потому что нам нужно вот так вот здесь все это сделать. 2144 урона мы с вами будем наносить. А теперь попробуем бомбануть. Так. Блин, конечно, было бы эффективнее, ребят, если бы мы наносили урон такой, чтобы он сразу умирал. Вот в этом случае было бы хорошо. Ну, а мы не добиваем с вами, к сожалению. Ладно, хорошо, с этими разобрались. Дай-ка я вот сюда переключусь. Мне надо просто-напросто, ребята, оглушить. Потом еще попробовать добить. Ну, господи, не хватает у меня этих. Раз. И теперь каждый будет из них ходить еще, да? Так, первый сходил, второй нет. Не хватит здоровья, ребята. По 4000 хп сносит, ты понял? Контратака. И... Во! Неужели он кинул, ребята, яблоко? В первый раз я это увидел. Но меня это, наверное, не спасет. Или спасет? Нет. Не успею, ребят. К сожалению, не хватило мне немножечко. Блин. Ладно, с вашего позволения, я опять же пойду в тренировку. И, скорее всего, мне нужно подкачать урон. Урон, да, ребята? Да как тут? Блин. Когда летят они в одном направлении, то это хорошо. Когда они с разных сторон, да еще приблизительно с одинакового расстояния, не успеваешь, ребят, переключиться, серьезно говорю. Ладно, с яблоками сейчас мы быстренько с вами разберемся. Атаку докачаем до такой степени, чтобы мы могли с вами Вульфина этого убивать с одного удара, а не с двух. В этом случае все будет заргут. Так ты, чтоб тебя, паршивый. Давай. Ну все, все, расклеился, называется. Да, ребята, расстроился, блин. И все пошло не так, как надо. Ладно, будем бомбить. Бомбическая сила. Ну, отбиваем. Сейчас полетят. Да как тебе вот сбить-то, а? Он летит на минималке, ребята. Минимальное расстояние. Просто мне нужно моментально переключиться. Я не успеваю среагировать на это. Вот и вся проблема. Да, твою ж, налево. Сейчас, ребята, капельку потренируемся и все. Последняя у нас тренировка. Как только пробивает меня этот сюрикен, сразу пойдем с вами на карту. Нет, не получается. Оу, новая медаль за задание, отлично. Так, ну, давай. Чёрта с два. Вау. Слушай-ка, неплохо. Выполнено. Следующие 40, а что 40? 40 чего? Не знаю пока. Фух. Смотрите, ребята, вот в музее все время показана монетка. Но я не вижу ничего, чтобы я тут мог сделать. Что им нужно именно в данный момент здесь? Так, тут у нас гоблины. Тут у нас вояки. По красоте. Только толка там не от этого, да? Заметки марионета. Заметки для невнимательных учеников. Контратака, блокируйте уклонение. А, ну понял, это у нас, ребята, было такое. Так, доход от музея. Мне нужно...
по ходу дела, ребята, 10 серебра накопить, чтобы я здесь что-то мог уже делать, какие-то взносы или наоборот получать. Все, я должен отомстить в данный момент этой стае, с которой мы с вами еще не закончили. Сейчас посмотрим, с удара будем валить или нет. Опять же нет, ребята. Не с удара, к сожалению. Контратака. Пум. Это что такое? Вообще урон ни о чем, ребят. Не хватает, нам буквально немножко потренироваться еще для того, чтобы бомбить их с удара. Так, ну что, заключительная стая у нас. Дай-ка я переключусь вот сюда, наверное. Этого выведем с вами. Так, и попробуем, наверное, еще вот так вот бомбить. А, мы сразу... Вот оно что, ребят. Мы сразу двоих, всех троих даже бьем. Погодите, что? А, нет, нет. Он ожил, ребята. Он ожил и... На 19 тысяч бомбанули. Это не кислый урон, на самом деле. Так, ну сейчас-то мы должны с вами победить. Так, 4000 урона наносит. У нас остается 5 и добивочный. Все, со стаей покончено. И что мы тут добываем? Просто клевер нам выпадает. И все, больше ничего, ребята. Ну и монетки, конечно же. Во, смотрите, 4 серебряных. Что мы с вами хотели сделать за золото? За наши монетки, за духаты? Давай-ка зайдем в город душ и посмотрим кое-что. Так, обучение. Обучение, подожди, улучшить лагерь. Во. Какая-то вторая палка у нас тут получилась. Спасибо тебе большое. Улучшил он. Но не забывайте, ребята, что чем лучше тренировочный зал у нас, тем быстрее у нас идет опыт. Это тоже очень хорошо. Не стоит об этом забывать. Смотрите-ка, здесь у нас королевская стража, а тут у нас потерявшиеся пни. Пни? Ну-ка давай посмотрим, что за пни. Что тут за пеньки? О, маленький пенек, 18 тысяч хп. Конечно, голубчик, на-ка, получи и распишись. Так, еще два пенька, ребят. Ага, смачно. Так, контратака. Вообще ни о чем, ребят, контратака это, если честно. Так, одного пенька еще забомбили. А ну-ка, этого. И добивочный, хорошо. Далее едем. Три пенька на этот раз. Так, одного как бы, ну, вывели якобы из строя. Якобы. На самом деле мы просто его оглушили. Всего лишь немножечко. Так. Ну, бомби. Ага. Не получится у нас нифига, ребята. Вот что я вам скажу. Сейчас меня разбомбят. Почему они, скажем, разом все больше и больше дамажат, а? И теперь король пеньков. Ну, естественно, 61 тысяча. Куда мне с ним тягаться, ребят? Куда мне с ним, извините меня, тягаться? Зачем я сделал повтор? Зачем я сделал повтор, а? Кто мне скажет, ребят? Хорошо, давай попробуем. Так, с первым пеньком разобрались. Тут два пенька, да? С ними тоже сейчас разберемся. Контратака. Минус пень. Так, этого мы не убьем сразу, да, получается? У него 44 уровень, ребята, а у меня-то 18-й. Вот тебе и весь ответ. Так, три пенька. Ай, по красоте, но слабо. Давай вот так вот, наверное, сделаем. Переключимся вот на этого. Контратака еще. Давай, удар массовый. Нет, это не массовый у нас удар был, ребят. Это самый обычный примитивный ударчик был. Смотрите, никак не выходит у меня. При любом, ребята, раскладе я все равно погибаю. Даже заблокировать не смог. Придется идти опять в обучение. Да чтоб тебе. Вот это не меня немножко напрягает, ребят. Что постоянно надо обучаться. На постой просто-напросто. Где у меня там этот... обучение, давай. Что нам нужно? Скорее всего, поднять защиту. Так, секунду. Мы еще, знаете, что с вами хотели? Помните, проверить. Если мы возьмем, например, вот посох, да? Два серебра есть? Есть. Вот оно что. Понятно. А, погоди-ка, где у нас лук? У нас лук есть? Лук. Вот он, лук. Ребят, не знаю, тренировочный лук. Он, по идее, у нас стоит. Ведь так? Так, а почему же я не могу тогда... Так, уничтожайте мишени, хватайте звезды. Давай. Так, погоди. Подожди. А, все, я понял, я, ребята, вот, управляю это как. Господи. Допетрило. Ну ладно, давай. Это все нужно быстренько, да, сделать? Пока магия у тебя не иссякла, понятно. Еще и звездочку подобрать надо. Раз. Слушай, как-то...
как-то вот, если честно, очень сложно управлять вот этой вот энергией, сгустком. Ага. Давай. Не успел, чуть-чуть. Господи. Звездочку еще нужно подобрать. Давай так. Такой еще щелкает там кто-то. На самом деле мне надо было не посох развивать, ребята, а лук. Что я там получил? Что-то получил. Новая медаль за комбо. Все, нет? Мне нравится, как чувак там какой-то щелкает пальчиками. Типа, давай следующее задание. Эй, звездочку, успел. Слушай, если мы с вами получим, ребят, новый уровень, мы получим одно дополнительное очко. Хорош, потренировались и будет. Ой, долхуство, как ты долго-долго качаешься. Новый уровень. Так, а теперь попробуем. Черт, подери, не хватает мне деньжат, ребят, к сожалению. Ладно, давайте теперь быстренько еще качнемся маленечко по физухе. Не знаю, может быть, ребята, я буду это вычеркивать все, эту тренировку. Вы мне пишите в комментариях, надо вам все это показывать или не надо. Потому что, ну, сами видите, тренировка довольно такая небыстрая. Нервирующая причем еще. Поэтому надо тренироваться. Мне, в принципе, ребята, это не напряжно. Но я-то делаю, а вам-то придется все это потом смотреть. Так, хорошо, яблочки рубим. Скорость увеличивается, я чувствую. Сейчас, ребята, сейчас что-то полетит. Успей, называется. Ладно, давай. Последний, ребята. Бой у нас. Как только попадают по нам, все, закругляемся. Все понятно, попали. Хочу просто, ребят, до 3000 себе поднять. Но никак не получается у меня. До уровня не поднял. Долхувство. Почему название такое? Долхувство. Дай сюда звезду. Так. Да как же неудобно все-таки, ребят, ну управлять я не могу прям. Она еще мельтешит так. Раз, два. Так, отлично. Еще время на всякую ерунду тратим. Давай так по прямой. И вот так вот. Отлично. Раз. Да господи, что ты отпрыгиваешь-то? Специально что ли так делаешь, а? Ты специально не хочешь, чтобы я получил себе уровень долхуства? Если бы это можно было бы, ребят, делать на клавиатуре, я бы делал на клавиатуре, а не мышкой, поверьте мне. Давай, отлично, успели. Давай. Оп. Так, новая, да? Медаль за комбо-очки. За комбо-очки. Дай, успел. Ну, шикарно. О, ребят, сейчас мы с вами качнемся. Ох, качнемся. Успел я все-таки. Такая музыка еще веселая, забавная. Вот-вот начинается вот это вот, ребята, попрыгунство. Хорош, потренировались и будет. Ну, есть. Отлично, ребятули, вот это нормуль. Так, огненный шар, самый настоящий огненный шар. Восстановление 10 ходов, это, конечно, хорошо все. Так, и давайте-ка, ребята, о, новый уровень, у нас 20-й. И здесь у нас есть одно дополнительное очко, поэтому давайте попробуем. А я, наверное, вот сюда, да? Восстановление на один ход меньше. Здесь не могу. Давай так сделаем. Ну что, попробуем сейчас сразиться со стаей или как? Да верно. А, Риц, наконец-то. А мне бы сейчас чем-то заняться. А никаких разговоров, идем. Да, идем, конечно. С ней-то, я думаю, ребят, нам будет немножко попроще. Так, где эта стая? А, пни. Конечно же, на пеньках мы с вами зависли. Дай-ка я проверю, ребят, что это. Ой. А вот это я, наверное, ребята, зря сделал. А как мне теперь... А как мне теперь, извините меня, переключиться обратно на меч? Господи, зачем я это сделал? Зачем я это сделал, а? Я этого не хотел, на самом деле, ребят. Нажал на свою голову на этот
на фаербол, а? Риц, держись у меня там. Молодец, подбил этого пенька. Не могу, как, ребят, почему я не могу переключаться между видами оружия, а? Ну, взял я посох, и что теперь, все? Как прокаженный теперь должен с ним бегать? Теперь их трое. Нет, ребят, не судьба, это моя была ошибка. Я, честно говоря, думал, что фаербол он может бомбить и с мечом в руках. Но, как видите, нифига подобного. И Риц, по-моему, сейчас еще заколбасит. Интересно, что будет, если она, ребята, проиграет в бою? Как думаете? Наем закончится у нас или нет? Давай попробуем так что ли нажать, не знаю. Все, меня сейчас расчекрыжат. Меня расчекрыжат сейчас. Урон от фаербола вообще никакой. Просто никакой, ребят. У меня нету ни защиты. Вот и Риц, ребят, погибло у меня. Вот что надо было. Надо было развивать, ребята, нам лук с вами. Понимаете? У нас контратака идет луком. Луком. Так что... Так, давай-ка мне карту мира. Поставим нафиг обратно себе в руки меч. Где у нас инвентарь? Давай сюда меч, я манал, ребят, с этим. И попробуем еще разок одолеть. Я должен с ними справиться, должен, обязан просто-напросто с этим пеньком уж замызганным-то. Опять нам чуть-чуть, ребят, не хватает. Совсем чуть-чуть не хватает нам для добивки. В общем, фаерболом я пользоваться не буду и не собираюсь, не хочу. Ага. Так, на Риц переключился, отлично. Увернулись. Так, добиваем. И следующий пенек наш. Ну-ка. Так, все. Очередная, ребята, тройка врагов. Тройка финалистов. Угу. Хоба! Прикольно, да, бомбанули? Ну? Да что ж такое, контратака, ребята, не срабатывает. Одного чекранули, второго, и остается один олух. Он переключается на Риц, но она его не добивает, естественно. А мы добиваем. И теперь главный по пенькам. Я, естественно, ребята, его в стан вгоняю. На три хода. А вот теперь давайте его чекрыжить. Вау, на 20 тысяч ему дамага прилетело. Еще на 20. Шикандос. И вот и все, ребята. Вот чего и требовалось заказать. Пенек-то несусветный. О, ребят, нам дают только лишь деньги. Деньги и клевры. Ну, клевер это, по сути, тоже, ребята, деньги. Еще увидимся где-нибудь. Она хотела сказать: Рэй, еще увидимся, дорогой мой. Не скучай, а не то, что там типа забыла, как меня величать. Так, ну что, ребят, давайте зайдем в город душ, быстренько с вами скормим вот этому вот грибу все вот эти вот клевера. Духаты, да? Смотрите, ребята, сколько у меня уже серебра. Ёлки-палки, я только сейчас заметил. Слушай, что мы там с вами хотим? Ага, в музее вроде бы. Вот тут, нет, не тут, это не, вот, открыть кассу. Подожди ты. Все, нет, ничего не происходит. Может быть, здесь где-то есть рыболовная ерунда, где мы можем с вами купить себе удочку, в конце концов. Нет такого здесь? По-моему, нет. Так, секунду, вот теперь, ребята, вот, мы идем в тренировку, и, наконец-то, я буду лук себе открывать. Да-да-да, именно лук, поэтому мне нужно в руки взять... Где он у нас... Где лук-то у нас? Вот он. Ну-ка. Вот это совсем другой разговор. Вот это совсем другой разговор. Дальний бой. Стреляйте по мишеням. Так, нажмите, чтобы натянуть, и отпустите, чтобы выстрелить. Еще и косорылые. Ну. Так тут просто нажимать надо, тут не надо там тянуть, как я натягивал. Все, просто нажал и отпустил. Что они мне мозги-то компенсируют? Ага, успел. Ах ты, понял. Надо тянуть, и чем дальше мишень, тем надо больше натяжку делать. На эти можно и так, обычно. Попали. Успеваем пока еще, ребят, с вами. Пока успеваем. Одной стрелой сразу две мишени. Бинго. Монетки, я думаю, лишними не будут, так ведь?
Ну, по мишеням мне как-то больше нравится стрелять, если честно, ребят. Надо в первую очередь, наверное, дальние подбивать. Ага, еще монетка. А как тут, ребята, проигрываешь, интересно? Или тут невозможно проиграть? Да нет, возможно. Я имею в виду, когда, наверное, промахиваешься, твоя тренировка спадает. Или будут быстрее просто-напросто мишени пропадать, да. Не надо пропадать. Ну. Господи. Так, что-то мы там с вами заработали. Мне единственное хочется, что у нас будет контратака, да, и он будет из лука бомбить. Надеюсь, дамаг-то будет нормальный, а не то, что там по 23 урона наносить. Ну. Сразу две цели, две мишени подбиваем одним выстрелом. Это классно. Монетку. Так, ну все, ребят, потренировались и будет. Дальний бой всего лишь 218. Уровень? Нет, никакого уровня, ребята. Ага, тут у нас одно очко появилось. Требуется ранг золотого щита. А слушайте, а как мне получить этот ранг золотого щита? Увеличит максимальное количество зарядов лука. Так. Вот так вот сделаем, ребят. Зарядов лука. Слушай, как-то я могу переключаться ведь, да, между луком и мечом. По идее, должно быть так. Ну что, дорогие мои друзья, давайте, наверное... Что тут у нас? Ага, вот, дальнего боя. Давай сюда. Так, лук и метательное оружие. Дай-ка мне тогда туземца. Во, шикарно. А тут, конечно, ценник-то, елки-палки. В общем, ребят, давайте перестановим сейчас мы с вами. Вот, чтан. И, наверное, ранг. Все, не влияет на характеристики, понятно. Не влияет. Так, и нам нужно еще, наверное... У нас же очки есть с вами, да? Все это влить... Давай в урон. Уровень, уровень, уровень. Есть! 3000, отлично! А, вот оно как, серебро. У нас мы в бронзе. Все, теперь я понял. А мне там уровень золотого щита нужно получить. Так, давай тогда немножко еще, наверное, вот сюда вот. Ну что? Так, очко, что ли, у нас есть дополнительное? Да, дополнительное очко мы с вами получили. Так, а этот что такое? Шанс украсть деньги при атаке в ближнем бою. 4% шанс кражи. Это маленькие, ребята, на самом деле. Шансика. Ну что? Погнали сюда. У нас... Да что ж такое забытое побережье? Мне не дает покоя. Ребята, королевская стража. Ой, я здесь один же буду, ё-моё. Как я и сказал, дышите ровно и стреляйте из лука, нажимая Space. Ага, Space. А чё ж раньше-то молчал, ёлки-палки, что надо было Space нажимать. Говорил он мне, главное, как раньше. Не тут-то было. Замечательно, бомбанули. Так, не вышло. Так, пройдохи, уйдите от меня. Контратака. На. Тычиш. Нифига себе, ребят, как он бомбит. Ну вот совсем другое дело. Так, а теперь главный по тарелочкам у нас. Давай вот так вот сделаем. Опс. Магия, она не блокируется, ребят. Тихо, тихо, тихо. Что я сделал, ребят? Почему-то вот сейчас фаербол, ребят, сработал. Опа. Так, дай-ка мне вот эту... Забомбили, ребята, и пройдоху эту сейчас ушатаем. На 23 тысячи урона прилетело ему. Так, победушка. И у нас опять этот клевер, опять духаты. Ну что, продолжить, ребята, а что? Кстати, королевский рубин. Мы же за ним сюда шли, так ведь? Поехали, посмотрим. По идее, должен быть какой-то мега-босс, наверное, не? Нет, ребята, обычные... Пройдохи у нас, которых вы сами видите прекрасно. Так, минусанули. Ага, так, ладно, предположим, ребят. Ну, добили, а теперь самый главный, по трелочкам выходит. Твою же маковку. Двеликуру, раскарат.
Это король гоблинов. Все время забываю, что ты по-гоблински не понимаешь. Как ты смеешь красть мой королевский рубин? Мерзкий вор, а? Меня твоя ведьма не волнует. Тебе конец. Я чувствую, ребят, мне действительно сейчас будет конец. Ага. Главный, блин, по тарелочкам. Ёпрст, а он меня еще и травил, ты представляешь? Захиливаешься, а? Упырь. Нафига ты так делаешь? Опа. О, ребятулечки. Да он захиливает. На, меня отравили. Так, слушай, секунду, что нам лучше сделать? Давай, наверное, быстренько с вами потренируемся совсем капельку, да? И надо нам потренировать в защиту. Давай защиту сделаем. Я этого гоблина сейчас, ребята, все равно завалю. Да елки-палки, не был я готов к этому, к такому раскладу. Так, гоблинок этот выеживается просто-напросто, слишком сильно меня напрягает. Он меня напрёг своим вот этим вот. Типа, его ведьма не волнует, она меня волнует. Так-так-так-так, отбиваемся, ребята, отбиваемся. Яблочки эти все, которые нам тут не нужны. Да, ёпарс, это промашку дала. Не айсовая это, конечно. Так, давай звездочки ловим. Сконцентрировал. Понятно. Они не дают мне возможности, ребята, сконцентрироваться просто-напросто. Вот и все. Вот надо было промахнуться, а? Ну, сколько? Слушай, ну очень-очень медленно идет, ребята, прокачка. Вообще медленно. Уровень получил новый. Так, что мы можем? Давай вот сюда. Нет-нет-нет, я не это хотел. Вот здесь вот. Что у нас тут? Я получаю уровень. И все, что ли, на этом? Давай тогда так вольем вручную, так скажем. Ну что, попробуем, ребята, еще разочек, да? Так, давай, наверное, сюда немножечко скормим. Жри, грибок, свои эти духаты. И попробую я все-таки на дорожку еще разок его заколбасить. Не уверен, конечно, что получится, но попытаемся. Мне, знаете, еще какой вариант сейчас в голову пришел? Дождаться Риц. И вдвоем, я думаю, что здесь бы мы справились. Довольно-таки хорошо было бы. Давай-ка атаку сделаем. Хоба! Блин, не успел контратаку сделать. Ну что, король? В общем, ребята, это мы читали. Короче, здесь, я так понимаю, нужно в первую очередь завалить именно хилов. То есть, если мы забомбим хилеров. Ага. Забомбили. Отлично. Вот этого надо олуха, ребят, бомбануть. Ага. Увернулся, да не вовремя. Ядрить тебе на корень, а, ребят. Все, расчекрыжил. Давай еще разок попробуем, ребят. Немножко неправильно я сыграл. Так. Да чтоб тебя! Слишком поздно, слишком рано, ребят. Уклонение, ворот. Все это как полагается. Контратаку надо было врубить. У меня ни шиша не вышло. Так, да хорош, хорош, хорош. Это я все слышал от тебя это уже неоднократно. Ну, пробуем. Упс. Так, добьем мы этого голубка или нет? Его хиляет. А бомбить? Во, забомбил, отлично. Так, надо вот этого, ребята, нам завалить ханорика. Есть. Ну что, один на один с королем? Ёлки-палки, мне его не задамажит. Не получается. Я слишком слаб, ребята, еще. Я слишком слаб. Ну что, друзья мои, я думаю, наверное, мы с вами будем закругляться именно вот на этой королевский рубин миссии. Да, мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Но сейчас, перед уходом, я хочу все-таки зайти к себе в поселение и
улучшить мой домик, в конце-то концов. Я его так и не достроил. Ага. Все, на все, что мне хватило, это на крышу только. Сюда уже не хватает. Интересно, а что мне этот дом будет давать? Какие-то бонусы, дверь. Дверь-то можно? Нет. А, следующее улучшение просто стоит, ребята, 14 серебра. Все. Ладно, ребятулечки. В следующей миссии, в следующей серии мы, ребята, им зададим жару. Я буду тренироваться до потери пульса, поверьте мне, чтобы прийти уже подготовленным. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.